Операции по удалению аневризмы сосудов головного мозга начали делать в Акмолинской областной больнице. Нейрохирурги освоили современную методику без разреза и вскрытия черепа. Специалисты учились у коллег в Национальном центре нейрохирургии. Столичные врачи провели в областной больнице мастер-класс. Добавлю, стоимость операции более 4 миллионов тенге, но делают ее бесплатно. Она входит в гарантированный объем бесплатных услуг. Далее акмолинские врачи планируют освоить сложные операции на сонной артерии. Очень отрадно сегодня, что такие операции проводятся не только в Национальном центре нейрохирургии в столице Казахстана, но эти операции также проводятся и в некоторых региональных центрах. В частности, вот областная Акмолинская больница, где работают прекрасные специалисты. Через маленький доступ, через бедренную артерию, зашли сосуды головного мозга и закрыли артериальную аневризму специальными спиралями, которые они сами отделяются. Пациент практически проходит послеоперационный период гладко, рассыпается очень быстро. Этот один из видов считается новейших методов в нашей стране, в нашем городе.